Я вот сейчас был у своего друга Паши, и мне так приятно с ним общаться, потому что когда ты с ним встречаешься, тебе переполняет просто столько информации. И вот у всех же разные друзья есть. Бывает, приходишь, там какие-то сплетни туда-сюда, там уже как будто обмываешь кости кому-то. Здесь такого у меня нету. У меня просто конкретно мы там о духовности поговорим, о новых технологиях. То есть и вот так иметь классно таких друзей. Я вот просто недавно пост выставлял, почему у меня мало друзей. И я действительно, я понимаю, что с годами мне не нужно количество, мне нужно качество. Качество, друзья, в друзьях должно быть. Согласитесь? Вот, поэтому я кайфую, короче. Паша, спасибо, что ты появился в моей жизни. А Паша появился в моей жизни только по одной простой причине, потому что я конкретно в последнее время визуализировал, я ему об этом говорил, на такого друга, как Паша, чтобы он был умный в технологиях, и все. И все сбылось, друзья, все работает.